Думаю, стоит и дальше работать. Продолжить, конечно. Наш следующий номер тоже будет очень зажигательным. И я хочу сказать, что те, кто выйдут сейчас на сцене, в военмехе не учились. Но они по секрету сказали, что у них у всех есть молодые люди, и все они либо студенты, либо выпускники военмеха. Вас поздравляет студия танца «Форс». Встречайте!